Возмущенные жители потребовали от строителей газопровода, которые используют улицу для движения тяжелой техники, навести порядок, либо остановить движение. На месте с представителями строителей и жителями станицы Гастагаевской встретилась начальник управления ЖКХ, исполняющий обязанности заместителя главы города на время отпуска Владимира Забураева, Анжелика Бузунова. Администрация муниципального образования с завтрашнего дня начинает отсыпку щебнем этой дороги. Расчистим кюветы для того, чтобы вода уходила. После того, как Анжелика Бузунова заверила жителей о немедленном начале работ по приведению дороги в надлежащий вид, жители успокоились. По словам станичников, они с нетерпением будут ждать, когда появится новая асфальтированная дорога.